Здравствуйте, О, здравствуйте. Здравствуйте. А, девушка, я вчера у вас купила куртку. А, пожалуйста, ей можно мне сдать ее обратно? Просто она у меня вообще совсем маленькая. Как это размер. Маленький? Вы ж мерили тут, молодой человек. Ну, девушка была другой здесь вообще вчера. Я купила, просто мама дала деньги, чтобы ее купить. Вообще, но она говорит, что она у меня совсем маловатая. Ну, давайте, достаньте, посмотрим. Ну, она все села, я все вчера ее купил. Я ее вчера купил, вообще не царапан, не рваный. Дрожит. Сейчас я вам покажу. Она у меня вообще совсем маловато. Это у меня папа купил вообще в прошлом году. Мама дала деньги, чтобы купить вот это. Ну вы же вчера мерили, нормально вчера было. Ну мне на 4 года надо, меня мама так всегда покупает. Вот на 4-5 лет вообще впереди. И уже расту. Куда? Больше расти-то. Не, я расту, не надо думать, у меня вот это рос вообще не так. Она прибавляю каждый вообще год. Поэтому, вот видите, совсем маленький. Это вам маленькая? Да, да, на 3 размера. Можно, пожалуйста, побольше? Ну, давайте, снимите. Хорошо. Спасибо вам большое. Как вы меня часто спасли, а то моя мама вообще бы из дома выгнала бы. Спасибо вам большое.